Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Evil Whitening, Whitehin. Неважно, по-английскому. Я английский не учу, поэтому мне без разницы. Evil Whitehin. Evil, я как понимаю, Evil это зло. Я не знаю точно перевода, но походу дело так. Так, давайте. Продолжить. Господи. Да, игрушка хоть немножко старая, но зато какая привлекательная. Так, смогу ли я обратно влезть, вот интересно, через зеркало-то? Так, выживший, давай. Вот так, все. Так, я не понял. Что за херня? Да давай-ка, вот эту. Что? Давай-ка, давай посмотрим, что за херня происходит. Почему я не могу загрузиться с той точки, которую я... А. Я не понял. Загрузить игру тогда. Что-то у меня сохранилось, что ли, не там как надо, и глюкнуло. И что, твою мать, я не понимаю вот этого всего, конечно. Ладно, и конечно же у меня настройки слетели. Ну твою мать то дали сбросить. Ладно, хоть это я знаю как. Да. Ладно. Коль оно на то пошло. Подожди. Подожди, где-то там были патроны. Точно не могу сказать, где. Вот это не оно. То, что еще и задыхаешься. Кури меньше. Или вообще не кури. Один патрон. Нет, патроны где-то были. Так, ладно. Предположим. Хотя мне кажется, блин, ну как это не патроны? Пойдем, ладно. Плетень. Мы не сможем этот сломать. Так, где-то здесь, подожди. Ладно. Больно, больно. Ого. Ты об этом? Ты об этом, конечно, об этом. Ты Лесли, да? Это мы в прошлой игре. Я из полиции. Сейчас я постараюсь помочь. Вижу, постараюсь помочь. Черт. Как же мне отвезти тебя в больницу? Больница, больница. Давай, 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 больница, убегай. Больница, больница! Что за хуйня? Ага, вот, кстати, вот... Бам!
Подожди. Больница! 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 Что за хуйня? Вот так. Разминировали, что-то взяли себе. Так. Маленькими перебежками между тележками. Ага. Вот оно, говорю же, где-то здесь было. Это, блин, в прошлом видео, да. Ну, ничего страшного, ладно. Мол, мы можем его сжечь, тогда что-то получим. Да. Ну, я знаю, что с этого трупа я ничего не получил. Ну, давай. Повторим сей подвиг. Тело сожгли, ничего не получили. Ничего страшного. Так, и мы зашли вот в это здание, перед тем как в зеркало, да? Это я знаю. Да только не сейчас. Сейчас я это все возьму. Ну-ка так, настройки, загрузить игру. А, нет, такого, чтобы сохранить. Наконец-то получил этот жетон детектив Себастьян Кастеланос. Отлично звучит, мне нравится. Говорят, мало кому удавалось делать карьеру быстрее меня, хотя мне казалось, что ждать пришлось долго. Просто руки чешутся приступить к делу. Уверен, детектив из меня выйдет куда лучше, чем участковый. Кроме того, больше не придется носить эту чертову форму. Да и прибавка к зарплате тоже радует. В департаменте сейчас любая помощь на вес золота. Количество преступлений в городе зашкаливает. Вот не надо мне этого. Черт. Ой. Так. Я хочу посмотреть, есть ли здесь патроны какие-нибудь. Нету. Ладно, пойдем дальше. Так, плюс пробел скрытого убийства. А, вот так вот. Все понятно. Он меня пока не видит, смотрите. Опа! Вот и все, у него гвозди в голове почему-то, я не знаю. Подобрать 4 патрона, всяко лучше, чем ничего вообще. Вот видите, с трупа хоть с паршивой овцы хоть шерсти клок. Да. Убегаешь. Ты снова меня разочаровываешь. Да мы знаем, как пролезть через окно. Так. Ой, ой-ой-ой. Ключ. Thank you.
только ключ от чего был? Так, я оттуда пришел, там никакой не было. Ни святилища, ни капища. Господи, там, смотрите, город какой-то. Как Трансильвания, твою ж мать. Туда, главное, открывает, обратно выбивает. Занятно. Гарно, гарно. Аки хлопец какой хороший, давайте. Что? Ну? Эй, парни, вы местные? Подскажите, где... Я больше не могу. Чего не можешь? Не можешь, сходи в туалет. Просрись. Тебя отпустят. Что за ядерный взрыв такой? Его что-то открутывает, так открутывает, какой-то злой или что? Или кто-то во что-то его что-то превратить должен. Господи, колючая проволока еще. Все, теперь он зло. Это факт. А второй-то откуда с гвоздями вышел из морды? Господи, он лучше само было. Так, удерживайте, навести прицел на определенное расстояние от врага. Прицел будет автоматически находиться на ближайшем... Ага. А, я еще, короче, что-то здесь не подобрал. На! Это тебя-то я могу поди забить. Забил. Так, а поджечь могу? Нет, не могу. Нужны спички. Так, записи из приозерного поселения. Когда они построили на озерах маяк, может, он и был там всегда. Луч света снова и снова проходит надо мной. Сквозь меня я чувствую, что он каждый раз что-то у меня отнимает. Правда, не помню, что. Ну, кстати, на сингулярити похоже. Немножечко так вот. Блин, господи, от Гарри Поттера привычка осталась проверять там эти реквием. Вот. Ждем. Ничего не принес. Спрятаться, подожди. Какие-то дробовика, что ли, я поднял. Да ж твою-то мать! Да какую надо было жать-то? А, пробел надо было. Я на F жму, а надо было пробел, господи. Запутался, ладно. Прошу прощения, ничего страшного. Так, ну зато мы знаем, что в центре города. Ой, в центре города, в центре этого ни хрена нету. Боеприпасов нет. Боеприпасов нет. Так, у меня хоть один патрон оставался, блин. Ну давай. Берем. Где спички? Ну давай, сожгем их.
Что ты мне дашь? Когда они построили так, это мы знаем. На. Что ты мне дашь? Дайте мне хотя бы патронов-то, господи, что вам жалко, что ли? О. Целое сено поджечь. Ну давай. Давно я не играл в такие игрушки, хоррор или что-то в этом роде. Вот. У меня мой приятель играет в такие игры. Поэтому, что за приятель? У него канал свой называется Penwood Play. Вот он в хоррор в основном играет. Кстати, последний раз он последнюю игрушку какую-то играл. Не хоррор, только и потому, что... Так. Вот он последний раз играл в какую-то... Нет. Так что, если... поджечь? Нет, мы не хотим поджигать. Так, более того, еще и ключ у нас один от чего-то. То есть там что-то должно попасться такое, что мы можем открыть ключом этим. Ладно. Он словно притягивает меня одним своим видом. Ну, меня, кстати, тоже впечатлил. Что-то она Биошок немножко напоминает. Даже в Том Райдере не было такого. Так, ладно. Так, здесь я могу что-то взять? Нет, не могу. Почему? Потому что там ничего нету. Кто-то где-то ходит. Так. Вот так. Три патрона. Сейчас посмотрим, что с него пойми. Ничего. Ладно. Так. Да як, шишка, так можно. Ай-яй-яй-яй-яй.
Вон оно. Вот так. Давай. Шток сена. О, на халяву подожгли. Неплохо. На. Что ты там о себе возомнил? Так, ладно. Прятаться под кровать? Да вы за кого меня принимаете? Рано еще прятаться, подожди. Ёж твою мать-то! Ладно. Так. Человече, я не могу сжечь, ладно. Сюда. Это мы фрагмент номер два. Ага, домашка, ладно. Спрятаться. Вроде ничего такого. Ничего не предвещало беды, была пятница 13. Я должен был труп так поджечь, по идее, так. Господи, какой ты хилый. Ждем. Дай-то бог, я с него что-то выиграю. Ни хрена я с него не выиграл. О, блин, зря время только на него потратил. Ладно. Идем. Сюда-сюда. Так, там я был.
На. Давай. Тихо. Да подожди, его, бей. Пусть крутится ежом. Ужом. Ага. Что ты мне дашь, сено? Давай хотя бы патроны. Собираем. Понятно. Местности, конечно, да. Что-то я понять не могу, где это все у меня аппаратура вся моя. Тут кнопок-то, извините, раз, два, я обчелся. Где-то в другом месте делать это надо. Понятненько. И кто-то здесь еще ходит. Что-то же дыхание слышу. Ничего не получается его сжечь. Спичек нет. Ладно. Предположим. Так, ладно, тут мы взяли. Что-то понять не могу, куда камень уходит. Сюда. Нет, нифига. Вот оно. Давай. Снял.
Поехали. Нет, нифига. Ой, да бейте! Вот так. Эх, жалко, спичек нету. Ладно, давай. И еще разок. А нету больше, все. Господи, все-таки они меня немножко покоцали. Контрольная точка. Запрася. Ой. Так, фрагмент номер 3. Не знаю, чего это фрагменты. Что-то собираю еще по ходу дела. Господи. Вот так. Не отвлекайтесь. Ой-ой-ой. Да ёж твою мать-то. Черт, нужно убираться отсюда. Я это и делаю. Давай. Черт. Они за мной. По деревяшке и наверх. Господи, осталось-то пару патронов-то. Факелом бей, сжигай их, любой, не знаю, этими летучей мышью их бей. Уничтожай гадов. Профиль сохранен. Эпизод 2 пройден. Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.